Вот, казалось бы, обычная стеклянная дверь, но это только до того момента, пока через нее не попадут солнечные лучи на закате. Тогда на противоположной стене открывается настоящий огненный портал. Эта собака береговой охраны в тактическом шлеме выглядит круче, чем большинство людей. И мне кажется, что это немного несправедливо. Не знаю, что хорошего для природы сделала эта башня, но растения позаботились, чтобы она не упала, плотно обив старые стены лианами. Привет, с вами канал Фактория. То, что из обычного сена можно сделать такие впечатляющие скульптуры, само по себе впечатляет. Но то, что эти скульптуры начинают копировать животные, вот это действительно удивительно. Будьте крайне осторожны, за вами следит очень опасная собака. Если вы ее увидите, то можете случайно умереть от острого приступа мелоты. Вам когда-нибудь было стыдно за то, что вы сняли скальп с картошки? Даже не знаю, как чувствовал себя человек, который сделал эту фотографию. Если вам доводилось видеть что-то интересное, то поспешите показать это всем, прислав фотографию по ссылке в описании. Эта собака знает толк в лени. Она еще не определилась, чего она больше хочет в парке – лежать или сидеть, поэтому делает одновременно и то, и другое. Люк в крыше авто кажется очень забавной вещью ровно до того момента, пока не начнется град, который продавит этот самый люк внутрь салона машины. Странная фотография. Даже не знаю, куда смотреть в первую очередь. На гигантскую кубическую касатку, которая, кажется, выпрыгнула в наш мир прямиком из Майнкрафта. Или на собаку, которая мастерски эту касатку пародирует. Думаете, что уточки такие маленькие и миленькие? Учтите, что лучше их не злить, потому что если они выпрямятся во весь рост, то будут по пояс взрослому человеку. Не знаю, какой там труд сделал из обезьяны человека, но вот ленимся мы точно совершенно одинаково. Даже поза похожа. Нет, это не нападение гигантских хищников на город, это просто кошка гуляет по балкону, но ракурс поймали очень удачный. Чего же он там такого увидел-то? Этот кот просто король драмы, далеко не каждому актеру доступна такая смесь удивления и ужаса на лице. Если вы, как и я, всегда думали, что далматинцы – это такие белые собаки в черную крапинку, то вот вам еще один вариант. Белая собака в оранжевую крапинку, и это тоже далматинец. Познакомьтесь с очень весенней лягушкой с цветочком на голове. Сразу уточняю, лягушка настоящая, а цветок нет. К сожалению, у самой квакушки не спросили мнения по поводу этого наряда. То ли это очень компактная шарообразная кошка, то ли наоборот очень длинноногая. Так сразу и не разберешься. Загружаешь себе спокойно вещи в стиральную машину, включаешь программу, а потом видишь, что на тебя из машинки кто-то пялится. Кто вообще додумался портреты на вещах печатать? Так ведь инфаркт получить можно. Смотришь на этого котика, и сразу понятно, кто хозяин холодильника в этом доме и у кого нужно спрашивать разрешение, чтобы взять кусочек колбаски. Кажется, по выражению морды этой кошки, прекрасно понятно все, что она думает о своем снежном двойнике. И правильно, нужно избавляться от конкурентов, а то непонятно, кому будут вкусняшки доставаться. Просто попка шмеля в пыльце, который увлеченно собирает нектар на весенних цветах. Вроде бы ничего особенного, но почему-то выглядит очень мило. Все еще считаете, что молнии обязаны бить сверху вниз? Ну, к сожалению, они не в курсе, чего они там обязаны, поэтому могут смело бить в обратном направлении. Эй, кто в облаках дырку сделал? Ну нормально вообще, продырявить продырявили, а латать кто будет? Насмотревшись на цыплят, мы считаем всех птенцов очень милыми пушистыми комочками. А как вам такой вариант? Этот птенец цапли решил зайти в гости к рыбакам и немного попозировать для фото. Вы только посмотрите, с каким энтузиазмом эта собака смотрит на кекс. Прекрасно понимаю ее чувства. Сам бы так смотрел, но кекса нет. Люди окончательно потеряли совесть. Мало того, что загрязняют моря и океаны, так еще и рыбу поедают, не оставляя ничего для чаек. Нет ничего удивительного, что им приходится вырывать добычу буквально у людей изо рта. Ну, тут все понятно, это священная собака. В смысле нет? То есть вы правда считаете, что эти лучи с небес – это не благословение свыше?
Детишки решили поразглядывать улитку, ползающую по их окну. Хотя на самом деле это еще большой вопрос, кто кого там разглядывает. Дети улитку или улитка детей? В это практически невозможно поверить, но здесь нет ни капли фотошопа и вообще здесь нет ничего нарисованного. Это реальный ресторан с очень необычным интерьером, где все выглядит словно рисунок. Такое впечатление, что кошек на нашу планету когда-то прислали космической почтой. С тех пор они умеют очень компактно упаковываться в коробочке любого размера. Мне кажется, это ненормально, когда при виде кота в толстовке хочется вывернуть карманы, отдать ему всю мелочь, ключи и телефон. Как хозяева живут с ним в одном доме, я не представляю. Если кто-то считает черепашек милыми и забавными, покажите им вот эту фотографию. И, кстати, на эту улыбочку тоже не стоит смотреть, потому что эта симпатяшка без проблем откусит вам палец, если вы рискнете ей его сунуть. Клянусь вам, этот казуар выглядит точь-в-точь, как я, когда обнаруживаю, что не услышал будильника и проспал часа на три. Знаете, для чего нужны зеркала на машинах? Если вы думаете, что для того, чтобы водитель мог смотреть назад, то вы ошибаетесь. На самом деле они нужны, чтобы птички могли в них смотреться и прихорашиваться. Перед вами боевая морская свинка, которая сидит в засаде. Просто аккуратненько проходим мимо, чтобы ее не спугнуть. Вот что бывает, когда медведи насмотрятся фильмов с Брюсом Ли и Джеки Чаном. Вы себе вообще представляете, что будет, если вы встретите в лесу медведя, владеющего приемами карате? Ювелиры могут хоть в лепешку разбиться, но им никогда не создать шедевров, равных по красоте творениям природы. Вы только посмотрите, как она мастерски заковала этот лист в лед. Всегда знал, что кошки на самом деле живут на облаках. А, это всего лишь отражение. Но кошки все равно живут на облаках, и даже не пытайтесь меня переубедить. Google Maps искренне считает, что мост в Аризоне выглядит именно так. Хорошо, что архитекторы еще не вдохновляются этими изображениями с карт, а то наша жизнь станет гораздо интереснее. Думаете, что в наше время рыцарей совсем не осталось? Ха! Вы посмотрите на этого полицейского в броне, который забрался на лошадь, которая, между прочим, тоже в броне. Ну вылитый рыцарь! Беспилотным автомобилям уже все давно перестали удивляться, но вот как насчет автомобиля без колес? Я такое еще видеть не готов на дорогах общего пользования. Наконец-то я в полной мере понял смысл слова «головоногий». Вот перед нами головоногий манекен. Это фото для тех, кто считает извержение вулканов сугубо локальным событием. Вы только посмотрите, на какую высоту поднимается пепел. Все в порядке. Тихо. Разойдитесь. Я чихну. Вот краткое объяснение, почему в Канаде не рекомендуется оставлять собранный урожай яблок на улице. Утром можно обнаружить на яблоках целую стаю пирующих медведей. Вот что за люди? Взяли и превратили котейку в Кока-Колу. Это же настоящее надругательство над его кошачьим величеством. Если попугай называется красный, то он должен быть красный. Абсолютно весь, даже клюв у него должен быть красный. Нормальные люди старые велосипедные цепи просто выбрасывают, а творческие люди умудряются делать из них поделки. Да причем такие, что их хочется 5 минут разглядывать, а то и больше, пытаясь понять, как их вообще сделали-то. Рядом с вулканом можно позировать по-разному. Обычно делают пафосные фото покорителей вершин, но бывают и такие оригинальные варианты. Вы только посмотрите, как трогательно эти две лягушки укрываются от дождя под цветочком. Хотя стойте, зачем они прячутся от дождя? Они же лягушки! Никогда не фотографируйте собаку, которая высунула голову в окно автомобиля на полной скорости. Не забывайте, что вам еще предстоит жить с этим монстром, а развидеть это у вас уже не получится. Выглядит, словно это какие-то личинки инопланетных существ, готовые откусить вам все пальцы по очереди. Но вообще-то это всего лишь грибы, причем вполне земные. Специальная фотография для всех, кто боится кузнечиков. Хотя стоит уточнить, что это не кузнечики, а саранча, но вы все равно не заметите разницу. Вы когда-нибудь задумывались, а какого размера подводные лодки? Ну вот, посмотрите на эту фотографию и настоящий на ней экипаж для масштаба.
Трудно поверить, что на этой фотографии обошлось без фоторедактора, но это вполне реальный снимок, сделанный перед грозой в Турции. Сидишь на веранде, обедаешь креветками, на секунду отвлекся, а муравьи уже утаскивают твоих креветок к себе в муравейник. Вот это наглость! Вы знали, что новую военную технику упаковывают точь-в-точь как подарки, чтобы ни в коем случае ничего не поцарапать? Если говорят правду про то, что питомцы похожи на своих хозяев, то, кажется, я знаю, как выглядит хозяин этого мопса. Приходишь на кухню, смотришь в раковину, а она в ответ смотрит на тебя. И что делать в такой ситуации? Поздороваться, что ли? А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фотографии по ссылкам в описании. Да-да, друзья, я знаю, что сегодня должно было выйти видео с фотографиями подписчиков, но я еще не до конца выздоровел, надеюсь, вы меня простите, и видео выйдет завтра. Если что, пишите комментарий.